Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня получила вот такую небольшую посылочку. Позвонил курьер. Вы будете в такое-то время дома? Буду. Я уже никуда не хотела, хотя мне надо было пойти. Я говорю, через сколько вы будете? Через полчаса? Он говорит, не знаю, мне еще 3 посылки. В общем, дождалась. Посылочка с Алиэкспресс. Маленькая такая. И очень быстро шла. Симпатичные сережечки. Сейчас покажу вблизи. Сережки. Я вам скажу, и не хотела, вроде не было мне надобности сережки покупать. Смотрите, какие симпатичные. Очень красивые. И не мелкие. Я их случайно увидела и думаю, вот как раз к моей кружевной кофточке будет то, что надо. Я одевала под жемчуг, под нее серьги, а вот эти просто очень к ней идут. Здесь так и заглушка есть. О, заглушка. Потом еще есть вот такой замочек. Смотрите, какие симпатичные серьги. Очень красивые. Вживую они в 100 раз лучше, чем через камеру. На гвоздики застегивается. И вторая также. Случайно. Вот не помню, что я хотела. Вот. Зашла и увидела эти сережки. Просто очаровашки. Здесь вот желтенькое такое. Под золото. Здесь камешки блестят. В общем, с удовольствием буду носить. Мне они очень понравились. Ссылочку на эти сережки оставлю под видео. Вот я открыла страницу заказов на эти сережечки. Заказывала 23 сентября, сегодня 3. 7. За 10 дней пришли. Недорогие. Сейчас посмотрим, зайдем на страницу. Вот вблизи такие эти сережечки. Есть тут и белый вариант. Я брала розовый. $99. Опал. Каменный цветок. Серьги для женщин. Красивые ювелирные изделия. Розовое золото, кристалл, тюльпаны. Вот отзывы 13, кто покупал. Написали хорошие отзывы. Я взяла высоту 2 сантиметра на 1,5. Вот такие сережечки. В общем, ссылку на эти сережки оставлю под видео, как всегда. В общем, сережечками довольна. То, что хотела, я получила. Но очень симпатичные, такие нежные. Цвет хороший, как раз под мою ту блузочку кружевную. Кстати, я смотрю, кэшбэк у меня есть с Алиэкспресс. Очень много девушек купила эти блузки. Какие цвета, я не знаю, но знаю, что покупали их. Еще раз оставлю ссылочку под видео на эти сережки. Зайдете, посмотрите, или такие, или другие, или что-то вообще другое. Желаю удачных покупок. Заходите на мой канал, смотрите мои видео, заходите на Алиэкспресс, покупайте, подписывайтесь на мой канал. И всего вам самого доброго и до новых встреч!